Действие происходит в департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте, где разворачивается история маленького человека Акакия Акакьевича, героя гоголевской шинели, из которой все мы вышли, как нас учили в школе. В школе я как-то не оценил, скажем так. Да и тут, прочитав, я подумал, что все просто, вроде бы. А чем больше мы этим занимаемся, тем больше я понимаю, что нисколько не просто. И я думаю, это история и про сегодняшний день. Потому что много людей таких, которые страдают из-за того, что они, во-первых, другие, во-вторых, не могут отстаивать себя. Это про это. В экспериментальном балете один главный герой – Башмачкин. Все остальные артисты определенных ролей и имен не имеют. Они создают то, что составляет фон – мрачный Петербург, его жителей, чиновников. Мы буквы, мы шинели, мы те, кто озвучивают, не знаю, вот эти все атрибуты, которые есть там. Мы департамент, в конце Гоголь на ходулях, вот это все в одном. «Шинель Гоголя» для театра «Театры» не просто новая постановка классики. Это эксперимент и презентация балетной труппы. Автор спектакля Ирина Ткаченко говорит, работа шла долго. Ночью приснился департамент. И уже выбор как бы определился сам собой. Угу. Я просто увидела картину во сне, во всех подробностях. Я даже ее реализовала так, как увидела. Угу. И началась работа над гоголевской «Шинелью». Я здесь где-то соединюсь, наверное, с Нарштейном, потому что я очень много его материалов читала, смотрела. На сцене зрителей ожидает современная сложная сценография и хореография. Все будет двигаться, создавать мир Гоголя, который с русского языка теперь переведен на язык пластики. Заняты 19 артистов театра, 12 балетных и 7 драматических. У них мир богаче внутренний, умеет это в другую энергию переводить, даже в движении. Артистам балета сложнее, они не привыкли что-то проживать внутри. Вот они очень молодой состав совсем. Актеры научились двигаться, а балетные танцовщики наконец-то начали говорить на сцене. Ну, вот такой синтез. Премьера балета «Шинель» сегодня вечером, а также в субботу и воскресенье. Для тех, кто не успеет посмотреть в сентябре, ориентируйтесь на 4 и 5 октября.